Бачите вони? Відключають. Це я в этот магазин дзвоню. Добрый день. Да, здравствуйте. Девочка, мне надо ваш керівник магазина. Ще его нема на месте. А коли він буде? По поводу вчерашнего инцидента по машинам, дайте, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество и ваш телефончик, дату рождения. Я передам руководителю, только он появится, он сразу вас наберет. Только нам нужно, чтобы мы встречный иск подали, вашу фамилию, имя, отчество, чтобы понимали, кто на жалобу будет писать. Встречный иск это куда? Вашу фамилию, пожалуйста, дать. Я же перед вами писала. Меня Алена Слесаренко зовут. Слесаренко Алена. А кто вы по должности? Я вас спросила. Вы чуете, что я говорю? Кто вы? Я вас спросила. Я по должности директор БУТОРГКР. Директор по автомобилям отсутствует, поэтому я для него должна дать ответ. Я же не могу там какой-то там Василий звонил. Мне же надо знать, кто на нас жалуется. Так вам... Это вы считаете это жалобы? Вы не можете дать свою фамилию. Я вам сейчас дам фамилию свою. Только вы скажите... Вы к нам имеете, правильно я понимаю? Что-что? Претензии имеете к нашим машинам. Я же должна аргументировать как-то. А куда вы будете иск подавать? Вы будете называть свою фамилию? У меня просто рабочий день, у меня люди стоят. Вы мне скажите, иск куда вы будете подавать? Что такое иск? Иск чего? Будете говорить фамилию, извините, у меня люди. Сейчас мы к вам подъедем. Я вам сейчас... Иск другой напишу. Сейчас мы к вам едем. Хорошо. Приезжайте, ждем вас. Давайте. Угу. Сейчас мы едем к вам. Давай у Мрихина набираем. Включаем громкую связь. Мы сейчас едем к вам. Я сейчас вам дам. Я сейчас еду к вам. Сейчас ждите нас. Сейчас мы наберем у Мрихина. Включаем громкую связь. И я... У Мрихин. Вы поняли, что она говорит? Что получается? Они заезжают во дворы, где жилой массив, с 8 часов утра, вот этими газелями грузовыми, там их штук 8, и начинают дрынчать. Ремзону они устроили. Вы видели, как он тарахтел? Так они еще капоты поднимают, прогазовочки делают, регулируют их там. И им говорит, что уберите машины с-под подъездов, с-под окон. И она говорит, я на вас иск подам. Это на глюки. Вы поняли? Они нам рассказывают, что у нас война. У вас бизнес у нас под окнами. Сейчас мы разберемся, чтобы вы поняли. Вашу фамилию, имя, отчество дай. Она директором себя чувствует. Вы уберете оттуда машины. Еще раз туда попробуйте заедете. Сейчас мы вам чистку там сделаем. Алло? Да. Здравствуйте, это магазин «Стойпа». А через сколько вас ожидать? Наш адвокат тоже подъедет, чтобы эти вопросы закрыть. Через сколько вы будете? Ваш адвокат, фамилия вашего адвоката. Будете. Фамилия вашего адвоката. Как вы назовете ваши данные, я имею право назвать фамилию адвоката. Я не знаю, с кем я общаюсь. Я же с вами по-нормальному сказала, что вы не отвечаете. Поэтому я имею полное право тоже не отвечать. Вас ожидать, чтобы зря ничего... Да, пускай мне адвокат ваш перезвонит. Нет, не перезвонит. Вы приедете сюда пускай... и будете общаться с нашими водителями, с нами, с адвокатом. Вызовем, как положено, все нужные органы. Будем закроем этот вопрос как-то. Какой, что... Какие органы вы вызывать будете? Военкомат, как вы мне вчера говорили, да, полицию? Зачем вам ссориться? Вы, через... вы мне скажите, вы будете военкомат на меня вызывать и полицию? А почему вы переживаете? Я не знаю, кто там что будет вызывать. А вы военнообязаны или нет? Почему вы этот вопрос приняли? Я военнообязанный? Да. Ну, хочу... Скажу, а при чем здесь военкомат? Вы же мне вчера говорили, что вы военкомат на меня вызовете. Я не общалась. Меня зовут Алена. Я первый раз с вами общаюсь. У нас тут много человек. Шо-шо? Я с вами вчера не общалась. Я первый раз сегодня слышу. Хорошо. Скажите адвокату, чтобы он мне перезвонил, когда он будет на месте. Перезвонит. Он будет здесь через полчаса. Подходите сюда. Нет, вы меня перезвоните.
Пускай адвокат мне перезвонит, и я подойду. Он через полчаса будет здесь. Вы меня слышите? Адвокат меня набирает, и я подхожу. Но вас набирать не будет. Мы вам ставим перед фактом, мы через полчаса, адвокат будет здесь, мы вас ждем. Хорошо, все, ждите, ждите, сейчас я подойду. Приходите, через полчасика давайте. Да, хорошо. Вы поняли? Наглецы, предприниматели. Вы не оборзели случайно? Вы рассказываете, полицейские там, исполкомы, еще кто-то виноваты. Вы что делаете? Вы что, стращать будете какими-то адвокатами нас? Вам говорят, не тарабаньте под окнами. Вы что думаете? Вы на нас зарабатываете деньги, на нас. И вы должны что делать? Громаду эти проценты, налоги платить. Сейчас мы вас будем проверять. А то что-то вы уже начали переборщили чуть-чуть. 25 минут подождем. Да. Алло. Да. Добрый день. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Добрый день. Александр Витальевич, я из магазина «Бутторг», «Стройка». Так. Вы хотели встретиться, да. Я готов с вами встретиться. Кто вы? Я юрист предприятия. Ваша фамилия есть у вас? Александр Витальевич, меня зовут, фамилия моя Умбрихин. Представьтесь вы, пожалуйста. Хорошо, моя фамилия Касьяник. Касьянов? Нет. Касьяник. Касьяник, понял. А как по имени отчеству у вас? Юрий Ефимович меня зовут. Григорьевич, да? Юрий Григорьевич, если есть проблемы, я готов с вами встретиться в спокойной обстановке. Хорошо. Вы меня подождите, я возьму уполномоченных людей. Хорошо, пожалуйста. Вы юрист ихний или вы кто? Я юрист предприятия, да. У вас с ними есть договор. Я еще раз говорю, я готов с вами встретиться. Я говорю, у вас договор с ними есть, чтобы я понимал. Я на работе у них, я работаю, получаю заработную плату здесь. Вы, у вас какой договор? Гражданско-правовой или вы просто у них на должности? Пожалуйста, и гражданско-правовой, и на должности. Приходите, мы на месте будем. Я же вам говорю, я сейчас возьму уполномоченных людей и к вам подъеду. Пожалуйста, пожалуйста, будьте добры. Да, все, спасибо вам. Да. Как они быстро срабатывают. Вы поняли, на них сколько работает людей? Сейчас мы будем вас проверять. Все, ждите. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.